Тим Дрейк ты? Да, это Тим Дрейк. 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 Тим Дрейк. Как сюжет Бэтмена? Ну, пока просто сюжет. Конечно, недоступно. У него же есть уже подписка. Твич динамит Рамошка. В чем суть сюжета? Есть пугало. Он хочет распустить газ какой-то по всему городу. И у него еще есть какой-то рыцарь Аркхема, которого мы пока не знаем, кто он такой. Но он знает очень много про нас. В связи с этим предполагаю, что он кто-то из близких друзей. Но пока непонятно кто. Да, ну Стэтхэму похож, да. Данчу подарю. А у Данчи нет разве подписки? Хотя, да, наверное, нет. А, в общем, они тут какое-то противоядие делали против... Что-то там... Что-то, короче... Когда-то давно Джокер, короче, был отравлен и распространил свою кровь по больницам. И вот сколько тут? 5 человек. Они как бы были в этих камерах, а их как бы лечат. Но одного иммунитет. Вот он сидит. Вот он. У него иммунитет. Его здесь поэтому держат. Как бы вот. И эти люди сейчас выбежали из клеток, и мне их как бы нужно освободить. Освободить, поймать. Но их трое. Одного, кстати, нет. Про одного вообще ничего не говорят пока что. Куда мне нужно идти-то? Прямо на выход налево, значит. Ну, погнали. Чё? Погнали. Роскошный. Думаешь, Харли узнает меня в этом бледной маске, которую назовешь лицом? Да нич. Ты тут? It does two expressions, right? Это Архимон. Насколько сюжет пройден? На 60%. По-моему. Генри, закрой эту дверь. Назад пропускай только меня и Робина. Ты думаешь, он тебя услышал за столько... за такое расстояние? А еще, как бы вчера Барбара Гордон пристрелила себя. Ну, нам это не особо хорошо показали. А вот этот молодой человек с ней встречается. Но он еще пока не знает насчет Барбары ничего. Это будет сюрприз. Дому дороги. Мне сегодня дадите поиграть. Дому дороги. Спасибо. Дому дороги. Дому дороги. Дому дороги. Дому дороги. Дом, неплохое тут у тебя местечко. Думаю, Джокеру бы понравилось. Он сам выбрал бы что-нибудь подобное. Не понял. Какие-то книжки. Что это за срань? Что ты меня бесишь? Есть нормальный проход-то? Знаешь, как его просыпаться раз за разом, знать, что больше никто не увидит его прекрасное лицо? Откуда тебе знать? Так что поверь мне на слово. Это было тяжело, конечно, теперь. Теперь у меня 3 новых Джокера. Каждый по-своему идеален.
Вы, кстати, в кинотеатре. Есть что? Кто не понимает? А что, нельзя пройти? Алло. А куда ж тогда тогда? Куда ж тогда тогда? Давай сюда. Стейдж Б. Пойди сок налей. Вот это сейчас будет смешно. Хоба! Роб, пацаны! Вот они, наверное, охуели. Бэм! Бэм! Робин, лови! Хорош! Должен был быть я. Я тоже хочу новые кроссовки. Красный гад. Кстати, мы можем за Робина играть еще. Ну и за Бэтмена. Правда, в интернетах пишут, что Робин гей. С чего вдруг? Спецэффекты. Здорово. Да, беги, беги. Все равно меня не пройдешь. Меня не пройдешь. Маня не пройдешь. Jesus. Фёрст нарекает Данича в бородушке. Нормально. На целых 3 месяца. Целых 3 месяца наречения, представляешь? Подаван юный Данич. Спасибо, Фёрст. Спасибо большое. Так, что, продолжим? Продолжим. Данчу, добро пожаловать! Ну. Робин, жди здесь, а я зайду сзади. Сообща, мы справимся куда быстрее. А когда мой ход, ты увидишь. Парный решающий удар. Бай. Нихуя себе. А ты, гляжу, не торопился. Я проверял твой самоконтроль. Ну и как? Много... Можно было и лучше. Уа! А где Урфин Джуз, блядь? Как тут далеко идти-то? Давай, дамочка. Нам нужно кое-куда тебя отвезти. Ты что, серьезно? Я с радостью поглядела. Если с ней что произойдет, Харли убьет нас. Точно, он прав. Если Бэтмен увидит, как вы со мной обращаетесь, он побьет тебя и тебя. Ну, может, тебя нет. Ну вот тебя точно убьет. Упс. Ну что ж, теперь шансы более-менее равные.
В любом случае, когда он с вами разберется, я и Бетс отлично проведем тут время. Так что идите, и пусть он покажет вам, как я ему нужна. Это было странно. Окей. Слышал приказ. Пойдем уже. Не обязательно было его убивать. Действительно, ёпта мать. Так. Чё за звуки? Робин, что там хулиганит? Предостальчик. Выше, быстрее, я дам сигнал. Позвать Робина для решающего удара? Давай. Ты серьезно? Уит, здрасте. Ну-ка, давай, давай. Твой. Чё такое жухает там? Больно. We can take the minigun around faster if we work together. Окей. Так интереснее даже. Смотри, как просто, блядь, кнопку нажимаешь один раз. И все. Ну выйди, собака. Выйди, собака. Привет, мистер Некрайт. Нет, это Кристина Белл. Да я без него разберусь. Давай. Бам! Ох, мать твою. А вот это Харли. Два пулеметчика, вот те раз. Угу. Так, это будет уже сложнее. Упс! Меня уж тут не было. Так. И как бы нам их разлучить-то, пацанов? Oh,
Так, они разошлись. А может и нет? Да это Изич. Это Айвенга. Ой! Тихо. Я что-то это... Подожди. Ворот не нажал. Тихо. Он несложный, в принципе. Но он нихера не делает. Последний. Пора отправляться к мисс Белл. Как это взять? Ты куда ломанулся? Так, подожди. Как? Это вот так работает? Riddle me this. Император, наверное, да? Импеллер? Чего? Кто такой импеллер? Не понял сейчас. Ага. Окей, где? Бэт коготь. Спасибо, моё. Так, ну и где деваха? Где она? В общем-то. А, о. Все нашел. Там кто-то еще с ней? Те раз. А ты уж тут. Дома дороги. Стоять. Ты что, дура, что ли? Мне пол лица издрала. Скажу честно, фигово выглядит. Как будто ты тормоз. Давай. What the fuck? Что происходит? Что сегодня? Фёрст вернулся, что ли? Что такое происходит? Всем подписку, да. Спасибо Фёрсту, что нарёк Варвару Никитишну в Бородушке. Спасибо большое. А Варвар Никитич, добро пожаловать в клан Бородушек. Вот. Как-то так. Теперь с овечкой. Спасибо, Фёрст. С ума сходит человек. Давно не заходил, походу, да? С ума сходить. Сяд поудобней. Вот, все, сел поудобней. Этого пацана мы с собой не понесем. А чекой найдут сабу или подарившему сабу? Фёрст, беги. Робин, потаскуха. Привет, Леонид. Я пойду за ним, он меня выведет по-любому, куда нужно мне. Блэзер, кстати, привет. Я что-то, по-моему, не поздоровался там первый раз.
Ты уже давно написал первый раз. Или бы взорвался. Это сложно. Отведу ее к камерам. Генри, к тебе отправляется Робин. Открой ему. Конечно, насколько я понял, вы остановили одного из этих монстров. Да, но мы еще не закончили. По-моему, я поворачивался, и как бы девки не было на плече. Я не знаю, кто-то успел это разглядеть. Теперь она появилась. Remember Jason Todd? Oh, what a whiner! Always complaining. We're both better off without that loser. So what do we have here? Ты что тут у нас тут? Бедный маленький Бэтмен, совсем один. Надоела дегомотина, приди ко мне, игнорируй этого урода. Мы с тобой, крошка. Скукотища. Будто ему нужна драка. Не знаешь ли ты... Не знаешь, что ли, этого парня? Он жаждет большего. Чего-нибудь интеллектуального, творческого. Чего-нибудь веселого. Я покажу ему веселье. Два веселых кулака. А затем тобой займусь. Харизма. А так тебе заеду. Голова оторвется. Ой, напугал. Ну, во-первых, ты меня сначала найди. А во-вторых, старик, давай на чистоту. Твой срок годности уже давно истек. Ты чё с кем разговариваешь, пацан? Лучше придержи язык. Убирать тебя, Бэтс. Найди нас и посмотрим, кто победит. Ставлю на себя. Наркоман. Так, куда дальше? Короче, пускай будет студия С. Я не знаю. С же? Давайте без вот этой хуйты, ребят. Пожалуйста. Один наркоман написал, все. Теперь давайте это... Будем за ним повторять хуйню всякую. Так, а как мне к нему попасть? Здесь можно пройти? Так, а этот код туда приведет. Это не вариант. Блин, а как к нему пройти-то? Пошли сюда, я не знаю. Вылези, пожалуйста. Чё, не понимаю. Ну, а налево, если я здесь пойду. Там какие-то четверо.
Так не пролетает. Задержите Альберта Кинга. А как к ним попасть-то, блять, алё? Дорога закрыта. Бля, как ты вообще как тупо. Давай попробуем сюда пройти. Ты ж мать твою. Это вообще не сюда. Как пройти к ним, алё? Заперлись там, сука. Дебилы. Да как пройти-то, алё? Я ни туда и ни сюда не могу пройти. Бред какой-то. Что за ересь? Ну так нажми. Чего ты, блядь? Зачем таким людям что-то отвечать? Доказывать их правоту, что ли? Ты можешь вылезешь, Бэтмен? Сможешь убедить одного ребята открыть ворота? Я бы сумел сам, но ты ведь меня убил. Я намек понял, окей. Что-то я об этом не подумал. Окей. Где там эта штука-то? I can't let Harley's men see me give the order. А, то есть мне... А как? Подожди. А я так смогу? Открыть ворота. Я что-то не понял. Что непонятно? Открой ворота. И все. Окей. Ну это как-то странно. Ну а ты чего? Сладенький мой пирожочек. До свидули. Джейсон тот? Здесь кто-нибудь есть? В смысле? Чего? Джейсон? Я думал, ты мертв. Бэтмен, это ты? Бэтмен тебя не спасет, Джейсон. Кто он придет? Джейсон, прошло уже полгода. Пора бы признать очевидное. Пошел ты. Вот это прям молодец. Прям точная копия Бэтмена. Не то чтобы это очень тебе помогает. Почему ты просто не убьешь меня? Что? Не-не-не-не-не, убивать не буду. Сейчас, по крайней мере. Ты теперь мой помощник. Представь. Мы с тобой на улицах устраиваем драки. Обираем слабых. Славный дуэт. Как Бэтмен и его новый пацан. Неправда. Думаешь? Значит, это не Бэтмен. Странно. Обычно его так легко узнать по ушам. Я не очень хотел показывать тебе это фото, но иначе твоя мучающаяся душа не обретет покой. Я знаю, что это больно, но иногда боль помогает.
Чего, блядь? Джейсон Тодд. Ну, окей, окей. Да интересно. Джейсон Тодд. Род занятий покойный. Борец с преступностью. Это еще один Робин. Третий. Или нет, второй. Второй получается. Или третий, не помню. Ну, короче, ну как мы сейчас видели, ну. Так, ну-ка. Джейсон вырос в трущобах Готэма в семье воры и наркоманки. Когда отец попал в тюрьму, а мать умерла, Джейсон был вынужден добывать пропитание воровством автозапчастей. Однажды за попытку снять покрышки с Бэтмобиля. Его застал Бэтмен. Темный рыцарь взял мальчишку себе в обучение. Джейсон не отличался жизнерадостным энтузиазмом или акробатическими навыками своего предшественника Дика Грейсона, но уличная жизнь закалила и ожесточила его. Недовольный отказом Бэтмену покарать Джокера за все его чудовищные злодеяния, Джейсон решил расправиться с маньяком сам, но вместо этого попал к нему в плен. После долгих истязаний клоун принц преступного мира убил Робина, чего Бэтмен так себе и не простил. Это индивидуал. Ты в порядке? Цел, пошли за следующим. Кстати, привет, Артём. Нихуя себе. Вот оно, битва века. Ты готов к тому, чтобы я преподал тебе урок, Бэтс? С чего хочешь начать? Как насчет введения и в избиение летучей мыши? Нечего сказать? Ты у нас из угрюмых и молчаливых. Так ведь? Сейчас мы исправим это. Я заставлю тебя кричать от боли и пощаде. А, то есть вот так, да? Гимм! Слышь? Я тебя вообще плащом бью, нет? До свидания. Да нах. Что нахер? Да иди ты в жопу! Да его только так можно бить, все. Больше вариантов нет. Воу-воу-воу-воу! Пиздец просто.
Тихо! На нах! Как понесем его? Неплохо. Хорошо, ты сейчас выстоял. Я впечатлен. Можешь его нести. Парень, что, машину проглотил? Тебе что, дверь открыть? Тяжело? Наверное. Ебать. Отвести его к камерам. Альфред, мы почти закончили. Нужно как-то наверстать упущенное время. Подготовь еще одну модификацию для машины. Конечно, сэр, убирайте. Вирус. Орудийный генератор. Пускай будет вирус. А, да, мистер Фокс, похоже, весьма гордится своим детищем. Его вирус на время подчиняет беспилотники и направляет их на союзников. Берем, берем. Хорошо, сэр. Я дам вам знать, когда все будет готово. Ты видел, да? Миниатюра Робин. Was ever gonna get the better of you. So are you ready, Bats? You ready to come see me? I've got such wonderful games for you to play. Майнкрафт, что ли? Что там приготовил? Ты великолепный, говорит, игры. У меня для тебя. Так, куда мы идем? Stage B, да? По-моему. Но там чувак с пулеметом. Сюда дорога? Нет, не сюда. Вот сюда. Так, а там решетка, да? Ну, у меня других вариантов-то особо и нету, да? Давай попробуем это еще раз. Есть что-нибудь вариант какой? Че, пули болезненные? Ну, типа того. I need to pick a target before giving an order. The voice synthesizer won't work while he's busy with something else. Ага, о. В принципе. Мы сможем пройти здесь. I should wait until he's in position before I detonate the explosive. Надо подождать, чтобы он подошел на позицию. А как? I'm gonna blow your stinking head off. I should wait until he's in position before I detonate the explosive. Как я должен это сделать? Ни хера не понял сейчас.
А как мне его заставить подойти-то, блядь? Слышь, алло. Подойди поближе-то, пес. Да как? Где ты нахуй, игра? Что ты бесишь меня? Ну. Брось врага. И чё? I need to choose a location to issue an order. Чё, вот так вот тупо, да? Держись поближе к воротам. Ты дурак? Чё он не работает? I should wait until he's in position before I detonate the explosive. I can't give an order without choosing a target first. Игра-то сломалась, скажи мне честно, вот. Потому что, насколько я вижу, сейчас ни хера не работает. Close to the wall, he can be immobilized with an explosive charge. Using the voice synthesizer might work. А, у меня один вопрос. Сторожи входные ворота. Как скажете, босс. Какая тупость. Так, и чего? Так, под простынью никого нет, кроме как, может быть, чего-то. Типа, простыни. Что за ерунда? Там что-то для Ридлера хуйня, не хочу. Так, и чего тут у нас? А у меня нет этой штуки, которая электричество дает? Очень интересный вопрос. Дистанционный электрозаряд у меня есть такое? А у меня такое есть? У меня такого нет. Деструктор. Пойдет тебе? Не пойдет. Бред какой-то. Так, хорошо, давай. Не зачем я сюда пошел? Мне сюда не надо. Здесь такие проходы незаметные, капец. Подожди. А что, дверь за мной закрылась? Сейчас не понял. Или... Что происходит? Удалить лист? В смысле? Здорово. Ты опять тут? Ну так что тут у нас? Пора вставать. Что такое? Боишься, бить буду? Ты чего? Это не я тут злодей. О, не-не-не-не-не. Это Бэтмен. Он тебя оставил. Бросил тебя, как надоевшего щенка.
Можно его оставить, папочка? Пожалуйста, 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 буду о нем хорошо заботиться. Все, что твоей душе угодно, принцесса, только пусть знают все, что он твой. Мы не хотим, чтобы он сюда вернулся, правда? Нет, папочка, я хочу, чтобы он был всегда со мной. Ну, Робин пришел, дверь открыл. Все в порядке? Что-то ты напуган. Не волнуйся, Джейс, Тим. Давно ты этого не делал. Один остался, пошли. Перепутал имя. Хотел Джейсона назвать. Вот это я сейчас удачно голову повернул. Кружка такая падала. Удачно повернул. Ай, куда мы идем-то? Не туда. А куда? Туда? А куда? Стой. В дверь? В смысле? Мы сейчас за нее пришли. Ты здрасте! В смысле, не через нее? Извини, Бэтс, но я планировал дуэт. Пусть мальчик в тенчик подождет снаружи и послушает, как мы сладко поем. Привет, Варзай. Интересно, он глюки ловит. Вот и мне кажется. К одной логичной и нелогичной вещи нас хотят привести, походу. Ты хочешь сказать закрыто, да? Попробуешь клавиатуру, может? Этот механический замок без электричества и электронных компонентов. Устройство удаленного взлома тут не поможет. Генри, мне нужна твоя помощь. Конечно, что угодно. Мне нужны записи с камер наблюдения на уровне С. Может, для этого использовать компьютер. Хорошо, попробуй. Компьютер не мой конек. Можно изолировать данные с помощью панели справа. Веди пальцем по шкале. Вот так? Какая технология? Интересная. Так, я вижу камеру. Так, теперь выдели последние 10 минут записи. Есть. Вижу. Спасибо, Генри. Ноль. Запоминаем, ноль. Пять. Три. Ноль, пять, три. 9. Детка, молодец. Прям не могу, вообще такая прям классная, я соображал. Просто. Привет, Кириллиус. Бэт смекалка. К. Петрович. На харизме пояс с ручаткой. Кроме того, что-то там еще понял. Как мило, что ты со мной, Бэт. I know you don't want it. Don't be shy.
Да не робей, на сцене хватит места для двоих. Да-да. Нет, правда, я настаиваю. Сам видишь, публика так возбуждена, что вот-вот взорвется. Кроме меня, больше тебя вслух. Услаждать некому. Заводи, ребята. Да ничего, вот да ничего, антибан, да. Спокойной ночи, Варвара Никитична. Мне ж интересно, сколько он будет петь. Что происходит? На заднем плане, смотри. Остался одна на нем. Не успел секунду. Пора умирать, друзья. Это было плохо. Я что-то не... Он, понимаешь, он добегает до места, но не взрывает. Ну, в смысле, не обезвреживает. Это какая-то бредятина. Песня прикольная. So pretty. Так, а вот да еще как. Сам Марк Хэмилл. Да второй раз уже. В смысле, а где она? Блять, тихо. Я думал, на нем бомба последняя.
Все, бомба обезвредит, пора заняться харизмой. Выхода написано не будет. Тоже мне профессиональный певец. Альфред это лучше поет. Молодец, Робин. Ладно, считай, это мой вклад в музыку. Дай-ка вернем этого сладкоголосого обратно в камеру. Крыты году. Так сам неси, я чё? Неси, давай. Давай, неси. Это мой личный носильщик. Бэтмен, ты должен помочь. Сюда ломится эта полоумная баба, Квин, со своими охламонами. Я не знаю, что она со мной сделает. Спокойно, Генри, я уже в пути. Робин, останься, помоги зараженным, я пойду разберусь с людьми Харры. Привязчивая мелодия, да? Знаешь, у меня когда-то был голос оперной певицы. Ну, в смысле, у меня там вокальчик был. Так, все, иди нафиг. Откроется с этой стороны дверь. Так. А, ну вот, в принципе, он туда. Так. Привет еще раз, панда. Как туда попасть? Я понял как. Открыть ворота. Без проблем. Сначала он говорит, закрой ворот, теперь он говорит, открыть. С ума сошла? Поэтому, тупица, тебе полагается, не полагается своего мнению. Он тебя дурит. Покажись, Би-мен. Если у тебя кишка не танка. В этом кубике. Смотри-ка, кто это у нас тут. Помощник Бэтмена. Бросил тебя, противный мышь, одного. Не, он просто доверил мне с тобой разобраться. Не воспринимает тебя всерьез, как и я. Ну, да он напрашивается. Думаешь, остроумный, да? Открыть ворота. Давай посерьезней. Она тупая. Она очень тупая. Если ты думаешь, что сможешь посадить его, чего снова? В нем частичка Джокера во всех нас. А значит, они мани, я их забираю. Допустим, это будет крайне безответственно с моей стороны. Бэтмен забрал мистера Джея. И первый и последний раз. Слышишь, Бэтмен? Я знаю, что ты там. Да. Где ты? Че, боишься показаться? Бэ-бэ-бэ! Сердце пополам. Раскололось сердце пополам. История печальнее, чем Нотр-Дам. Хуба! Уи! Баем!
Воу-воу-воу, парень, ты чего? Лови. Далее по протоколу, да. Опа! Видишь, как ножку поднял, нормально. Я впечатлен. Что сказать? Я неотразим. Возвращайся к камерам. Бери Браун. Бери Браун, а я возьму Квин. Подобрать. Тебе это с рук не сойдет. Ты чё там? Не мешай нам! Чё происходит? Чё с вами сегодня? Спасибо, Рамошек, что нарекла филлера таки в Бородушке. А филлеру добро пожаловать. Нормально, чё. Теперь смайлика есть, вот, всё. Добро пожаловать. Спасибо, Рамошек. How you doing? Ты не булочницей часом работаешь, женщина. Он не позволяет так ходить. Ты всех и год, мне кажется. Поставь меня, урод. Бэтфрик. Робин, открой камеру. Нет, 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 нет. Не двигайся, Робин. Ты убил их, да, Генри? А, Бэтс, ты такой наивный. Отчаянно пытаешься видеть в людях хорошее. Особенно в негодяях. Дорогая, я дома. Активация протокола взлом. Кажется, мы теперь знаем, кто перепрограммировал систему охраны. А теперь будь так добр. Присоединись к своему другу. Иди к черту. Сейчас же. Хороший ход, Генри. Твоя очередь, Бэтс. Эволюция — забавная вещь. Сильнейший всегда побеждает, несмотря ни на что. Знаешь, что говорят об эволюции? Даже амебы с ней справляются. Что ты делаешь? Очищаю генофонд. Даже я не знаю, за какую сторону болеть. Прощай. Это было познавательно. Я передумал. Убей, 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 убей его. А вот это? Неожиданно. Это будет великолепно. No, 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 not again! Right.
Твои глаза. Ты последний Джокер. Вторая камера для тебя. Я должен ставить пугало, а потом я сам себя забру. Если не получится, ты станешь слишком опасен, и я не смогу тебя остановить. Не-не-не-не, ты этого не сделаешь. То есть он не излечился в тот раз, что ли? Короче, вообще вы чули, вообще чули? Или чули, вообще чули? Что за... Блин. Что же вы делаете-то? Я думал, кто-то последний, пятый, кто-то другой. А тут, оказывается, Бэтмен последний. Вот те раз. Джокер-стрянка у него. От какого слова? Ветрянка? Да. А чё Барбара-то? Подожди. Мы ж Барбару видели. А, это не Барбара. Бляха, я думал, это Барбара была. Давай, ты должен сделать это. Войти в камеру. Да зачем я вхожу в камеру? Ты зачем шлем снимаешь? Там же всякие Харли Квинны в соседних комнатах. Прости, Брюс, но есть только один способ. Я знаю, Тим. Я остановлю пугало. Мастер Брюс, к вам стягиваются многочисленные отряды боевиков. Это рыцарь Архема. Он нашел вас. Я разберусь, Альфред. А вы уверены? Их многовато. Я сказал, с ними разберусь. Не пропадешь. Конечно же. Ты же меня тренировал. И что, мы теперь будем сидеть здесь? Начинается блокировка. А есть тут журнальчик какой почитать, что ли? Чё? Чё за хуйня-то? Я тут буду стоять все это время? Ну окей. Ух ты, блядь. Привет. Пять? Иди нахуй. Здорово. Не волнуйся за Робина, Бетси. Я уверен, что он не умрет. Ну, почти уверен. Э! А ведь так я не рассказал про Джейсона Тодда, да? Не понял. А как я вышел? Ну не так-то, да? А тебе есть что сказать доброму дяде Джейсон? Меня зовут Джейсон Тодд. Кого ты ненавидишь? Бэтмена. Отлично. Конечно же, это так. Дошло, Бэтс, ребенок больше не твой. Он мой. Мой. Сделаю с ним все, что пожелаю. Так и не спросил. Открой мне секрет. Это большая мерзкая летучая мышь. Его имя. Говори. Конечно, сэр. Это... Всегда терпеть не мог, ябед. Поэтому работаю один. Чтобы никому было испортить шутку. Тебе стоит попробовать. В конце концов, ты же видишь, что случается, когда ты вмешиваешься в нашу маленькую безумную игру своих друзей.
Ты дебил? Ты дебил, что наделал? Так, а чё? Задание? Чё-нибудь? Эй, игра! Мне надо уйти? Или что? Что? У меня ничего не работает! Меню не работает! Что делать? Ты должен вернуться в клетку. У нас нет другого выбора. Чё это было? Сейчас мелькнул над головой. Надо было ему противостоять? Чё надо? Чё ты хочешь, игра? Слушай, Бэтс, я же не смеха ради эту историю рассказал. Ну ладно, смеха ради. Но в басне о Робине и Клоуне есть и мораль. Ладно, давай еще раз. Что давай еще раз? Какого черта ты делаешь? Это правильно, поверь. Ты с ума сошел? Послушай, мы можем тебе помочь. Остановись. Альфред. Сукин ты сын, ты мне связь отключил. Что происходит? Сэр, с вами все в порядке? Я потерял связь с Робином. С ним все хорошо? Он передо мной, в порядке. Передатчик сломан. Слава богу, в какой обстановке я уже начал бояться худшего. Кстати, рыцарь Архэм вел в город танковый взвод, чтобы взять его под контроль и блокировать выезд. Части вирус для беспилотников уже готов, можно собирать. Спасибо, Альфред. Ты что-нибудь понял, что сейчас произошло? Может, все-таки выпустить его? Расскажите Робину об Оракуле. Может, не надо? Что-то мне сыкотно ему такие вещи сейчас рассказывать. А где цель моя? Окей, пошли на выход. Я вот сейчас ничего не понял. Погоди-ка минутку. Если Генри не имеет иммунитета к болезни психованного клоуна, это значит, что лекарства таки нет? А ты послал пташку его искать. Хотя он мог пойти спасать Барбару. Эу. Это было жестоко, эгоистично и имело ужасные последствия. Но ты же не хотел. Пошли же, покажем Готэму всю мощь нашей новой команды. Может, пойдем лучше опять в воде искупаемся, и все будет нормально. Но у меня ощущение, что Джокер только что взял вверх над нами. Как-то так. Мне не говорите, что он ушел. Он все еще там. Я знаю. Бэтмен не отступает. Я высылаю подкрепление. Найдите его. Так. Куда дальше? Остановите на Бэтмобиль. Ну, окей. Давай установим. Кто тебя обидел? И зачем? Дома, дорогие.
Сколько же в Бэтмене пафоса, ну? Прям огонь. Волновой самоизменяющийся вирус. Заражает вирусом цель, атакует другие беспилотники. Медсестра тебя обидела? Какая медсестра? Альфред, есть информация по шквальному огню? Бэткрыло еще не завершил разведку, но пока никаких следов нет. Сообщи, когда его обнаружат. Конечно, считаю, нужно обратить ваше внимание на два происшествия. Во-первых, на острове Миагами обнаружена странная сейсмическая активность. Кроме того, я думаю, тебе давно уже не могу связаться с Люциусом. Очень недавнее поведение, странное поведение для мистера Фокса весьма. Стоило вам наведываться в башню Уэйнов, чтобы узнать, что-то к чему. А, это 70%. Мы уже прошли основной сюжет. А, ты лежишь в больнице? Понятно. Чего она тебя обидела? Что-то нехорошее сказала, сучка. Говорит, стрим вырубай. Ты чё? Отдыхать нужно, стрим вырубай. Привет, некропль. А далеко бежать-то тут? А, чё-то я знака не вижу в небе. Чё-то я... А где знак-то? А, вот, вижу. Чуть левее. А, он за деревом, что ли? Шит. Где знак? Алло. Ага, все, вижу знак. Ну, если взяла, значит, ей нужно. Я не знаю. Прикольно. Отъебись от меня, загадочник, будь другом. Мне сейчас неинтересно с тобой время пропроводить. Хуба! Это Бэтмен! И это еще Бэтмобиль, кстати. Драт у тебя? Альфред, я нашел источник сейсмической активности. Похоже, частота толчков растет, сэр. Я знаю, что это. Плохо дело. Ключ. Сэр, в ботаническом садах уничтожено там что-то. Вот она и выдала себя. Выводите парных гремучек, аспидов, выкурите ее. Ты только что выдал свою позицию. Пора Пугалу заплатить за то, что он со мной сделал. Надеюсь, ты готов. Он ударит по нам в полную силу. Его солдатики мне не страшны. Серьезная баба. Серьезная. Так, в каком-то здании здесь. Давайте сделаем перерыв, что ли, ну? Что-то это. А вот. Сидим давненечко. Сейчас вернусь.